Иди домой, сынка. А зачем ты руки так держишь, мам? Иди, детка. Вперед, Польска! Подвезите, товарищ. Не можно. Арестуют.
земля наша. Посеяли, гадали, що війна закінчиться. Що ж цим полякам от нас треба? Прощай, Україно, мати. Куди ж ми тепер? Товарищ начальник! Где тут штаб чи комендатура? А, не до вас. Пропуск? Та який же тобі пропуск? Люди від поляків пішли. Є вбиті і ранені. Нічого не знаю, давай пропуск. Та дай дорогу, катана, ти душа!
же тобі пропуск? Опустите мене! Люди від мене пропустити! Мене сторони, за мене є! А вже сидять водили, зверху водили! Я пропустити мене! Так що всі вірмоні! Пропуск! Одразу держу! Ти піди! У поляків пропуска требують! Казонна душа! Чого їх на Україну пустили? Назад! Нельзя без пропуску! Пропусти! До начальства нам треба! Що? А ну, назовись! Назад! Пока не применил особые меры! Товарищ, докторов треба! Помочь людям треба! Разойдись! Не потерплю стихи! Товарищ, да поможи, поляки народ побыли! А буду я тебе помогать! Разойдись! Так, лапти! Хорвозия! В чем дело, товарищ? Задержан по случаю возбуждающей агитации и стихийности. Ні, це я его задержал. Він народу не помогает. 7 минут будет отправлен. Хорвозия! Подождите. Вы кто? А что такое? Кто вы? Дежурный по комендатуре. Вы зачем здесь поставлены? Охраняют революционный порядок. А у вас явный беспорядок. Отпустите. Спрячьте оружие. Расскажите, что у вас произошло? Товарищ начальник, беда. Мы пришли до своих, а вон их хватают. Идите, бабы, мы тут сами поговорим с начальником. Зачем так делать? Пусть женщины останутся. Что вы хотели сказать? Товарищ военный, что они с нами роблят, ті поляки? Село спалили, людей поубивали. Поглядите сами. Поглядите. Сейчас же вызвать санитаров и врачей. Есть вызвать санитаров. Только вся медицина уже нами эвакуирована. Так. Фронт прорван. Властей нет. Медицина эвакуирована. А храбрый сотрудник комендатуры воюет с народом. И это называется у вас революционным порядком? Вызвать санитаров и врачей из прибывшего поезда. Крестьян разместить. Есть. Накормите их. Все, казан надо. А? Вагон командарма. Кошка, командарма. Вызван? Куда вызван? К Сталину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, пропали. Кошка, оставаться нельзя. По ту сторону подаваться надо. К полякам. А кто засыпется, тот пусть сам и выгребает. Действия местного армейского командования уже расследуются. Ваши сообщения будут весьма полезны. Спасибо. Где вы думаете дальше работать, товарищ Кременецкая? Хотела бы, товарищ Сталин, пойти в тыл к полякам. В тыл к полякам? Да, опыт разведывательной работы у меня есть. Ну, хорошо.
Пусть будет так, как вы хотите. На фронте поляки продолжают активные действия. Получено сведение о соглашении Пилсудского с правительствами Германии и Франции. Напишите телеграмму. Москва только Ленину. Принимаю меры восстановлению фронта. Точка. Конная армия завершает 1000-километровый переход из Майкопа на польский фронт. По пути следования в районе Гуляй-Поле. Поле разгромлены банды Махно. Запятая. На Украине банды Петлюры. Точка. Все. Товарищ Сталин, на подпись к вам. Ходатайство направить добровольцами в конную армию. Оце я теперь уже военный. Вы Петро Таран? Що, я вже воєнний, так? Не совсем. Там ще в конної армії посмотрим. Ні, я вже приметив. Вас тут слухаю. А коли ще написано, так зовсім послухаю. Возможно. Товарищ Ленин для Коминтерна запрашивает по вопросу об Италии, Венгрии и Чехии. А также для Политбюро ваше соображение по разгрому Врангеля. Дядьку, а вы сами воювали? Да, кое-где приходилось. И стрелять, и нападать доводилось. Бывали такие случаи. И пистолетик у вас есть? Вы к чему это клоните? Да я скажу. Что ж я без оружия воюю? Може, у вас який-небудь пистолетик є? Невеличкий, з половину большого. Подаруйте його мені. Вам можна дати, товариш Таран. Знаєте. Бійте врагов народу. Учитесь. Ой, дядьку, як же вы мне нравитесь. И вы мне. Держите руку. С удовольствием. Какого ж лешего сидите здесь? Как раз попадете. Поляк близко. Отель бьет. И отель бьет. И отель тоже бьет. Ты тут, а он оттуда. Ой, люди тут. А что ж нам робить? Мы куда босота проклято втекаем? И вот поругайся, бля. Это ничего, что я ругаю.
Я вас тут всех зараз тут. По силу данных мені полномочий. Градиловку насаждаем. Чеку. Це ви зараз узнаете. Ще грозить будеш, молокосос. А ви дезертир, трус. Повертайте зараз назад. А то я вас цілком дунц. Ти, я. Гей, хлопці! Наші дню! Пожалуй, на фронт вернемся. Ні. Стойте, вам сейчас тут буде. Ви заарестовані у силу даних мені повномочень. Так понятно, куди забираешься? Что ты, Ворошилова?
Идут болят убиты. Крепко! Иван, это скорее сразу! Крепко, ребята! За мной! Здравствуйте! Примите нас до себя в товарищи! А кто вы такие? Сколько вам лет? Я про тебя уже спрашивал. Кто это тебя спрашивал? Да мне знакомый, товарищ Сталин. Вот я вам и бумагу от него привез. Люди добрые! Коняку забрав! Мама, идите. Мы с товарищем Ворошиловым заняты. Вот это мои хлопцы. Это Грицко, это Гараська, это Иван, это Панас, это Микола Сирота. Отдай коня матери, ну! Вот тоже, все мальцы будут коней забирать. Тот у отца, тот у матери. Да таких коней не хватит. Ну, я знаю. Слазь, хлопцы. Ну что ж, теперь в пехоту. Не, так дело не будет. Вы еще раз листа товарища Сталина перечитайте. Там про пехоту ничего не говорится. Вот ершистый парень. Товарищ Сталин просит не быть. Возьми нас. Мы люди одинаковы с вами. Вы бьетесь, и мы бьемся. Возьми нас. Это вот как Семен Михайлович решит. Примите хлоп. Вызову прибыл. Попросите сюда командующего. Я уже обрисовал вам общее положение. А теперь вы увидите и здешнее так называемое командование. Угу. Товарищ Сталин? Рад. Центральный комитет направил сюда на фронт некоторых работников. Товарища Ворошилова, товарища Буденного, а также и меня. Очень рад, очень. Ну, радоваться будете потом. Доложите, как у вас обстоят дела. Армии пришлось несколько отойти. Теперь я заставил Пилсудского остановиться. Опасаясь меня, его части закрепляются в окопах. А я готовлю сокрушительный контрудар. Сокрушительный? А позвольте вас спросить, чем вы сокрушительно ударять собираетесь? Пехотные и артиллерийские пополнения вы получили? Боевое снабжение вы получили? Я писал главкому. Писал Ревсовету. Писали. И что же дальше? Пока я жду. А поляки, по-вашему, тоже пока будут ждать? Я написал письма, значит... Значит, получается не сокрушительный контрудар, а сокрушительная бюрократическая переписка. Позвольте вам заявить, я командующий армией, и мне надлежит заниматься не снабжением, а чисто оперативной работой. Ага. Оперативная работа. Хорошо.
Коснемся оперативной работы. Не покажется ли вам, гражданин командующий страны, что вами до сих пор ничего не сделано, чтобы остановить, задержать натиск противника? Не покажется ли вам странным, что армия, которая прикрывала главнейшее направление, которая прикрывала Украину, насчитывала только 8,5 тысяч штыков? И, наконец, не покажется ли вам странным, что половина этого состава подобрана из бывших белогвардейцев? Что такое? Кого хоронят? Это хоронят крестьян, советских граждан, погибших из-за нерадения или преступного умысла людей, отвечающих за фронт. Что вы хотели этим сказать? Погибших из-за нерадения или преступного умысла людей. В таком случае, разрешите вам сообщить... Дальше вы будете сообщать уже следователю. Обеспечьте, пожалуйста, необходимые формальности для препровождения бывшего командарма в военный трибунал. Приказ о моем назначении подписан Троцким. Это не имеет никакого значения. Арестовать. Советская власть никому не позволит вредить народу и уничтожит изменников. Кем бы они ни были и чем бы они ни прикрывались. Вне очереди, только Ленину. Таганрог, член Ленсовета, он и Щеденко. Немедленно сообщите, какими резервами можем располагать эту проформу. Рассмотрим теперь, что нам необходимо для контрудара, для победы. Помимо снабжения. Помимо напряжения всех сил, правильный выбор района удара. Где мы будем наносить удар? Там, где население встретит нас с энтузиазмом. Там, где население окажет нам всяческую поддержку. Там, где можно расколоть польский фронт на части. Таким направлением считаю Житомирское. Удар в Житомирском направлении считаю совершенно правильным. Тут конная сможет себя показать. Действуя внезапно и стремительно. Правильно. Так полагаете, конная с задачей справится? С Пилсудским? Справимся. Не крупнее Деникина. А если даже и крупнее... Можете на нас положиться, товарищ Сталин. Разобьем. Очень хорошо. Но учтите, для этой войны мобилизованы все черные силы Германии, Австрии, Венгрии и Румынии. Мы воюем не с польским народом. Ваша задача, задача конной армии, прорвать фронт, разгромить основные силы противника и действовать по его тылам. Мы будем ждать от вас стремительного удара.
возможности этой большевистской конницы, пане маршал, кажутся мне незначительными. Времена наполеоновских, мюратовских конных атак прошли. Пока у вас все преимущества. Инициатива, численное превосходство. Я дал вам свои лучшие части. 13-ю и 18-ю дивизию. Первую дивизию регионеров. Познанские части. Чего они ждут? Дрались прекрасно, пане маршал. Когда наступали? В войне, которую мы ведем, успех достанется тому, кто будет энергично наступать. Маршала, маршала. Алло, алло. Кто будет энергично наступать? Маршала, Станислав. Алло, алло. Маршала, маршала. Лучшие бои. Станислав. Станислав! Ищите победу в маневре, смело сконструированном. И в разведке. Используйте петлюровские отряды. Атамана Кацуру. Пошлите своих агентов в тыл к красным. Так, пани маршал. Пока Сталин будет ориентироваться в обстановке, мы должны возобновить наступление. Мы должны опередить Буденного. Внезапно и решительно атакуйте большевистскую конницу. Заставьте ее развернуться, разделите ее и ликвидируйте по частям. Я ликвидирую конную армию, пане маршал. Товарищ Нождив, на шоссе колонна противника на машинах. Численность? Машин много. И не перечесть, товарищи, машин. И тут все в огнях и гудят. Вот, слышно. Едут, да едут. Вот и приедут. Это, видимо, их 13-я дивизия. На штаба. Есть. Противника уничтожить. Комбригу Апанасенко атаковать колонну с фланга. Мы атакуем в лоб. В лоб. Комбригам действовать энергично и решительно. Все. И решительно. Все. Ну, будем знакомиться. Помещение, проветрить. Ты чего, Деньга? Капитал пропадает, товарищ Нождив. Коньяк. 3 звезды. А вот я тебя на трое суток устрою. Вино, товарищ Нождив. Я и говорю, буржуазная отрава. И кто я только выдумал?
Собаки! А чего кричать? Пойдите сюда. Ну, что там у вас? В верстах трех отсюда поляки идут. Тысячи! Ну что ж, нормально. Вы из молодых. Приучитесь докладывать спокойно. Не тревожа людей и не раскрывая другим донесения. Ну, доложите. Там поляки-то, ваш Ростив, идут. Ну, а еще спокойнее. Поляки там, точно, если ведут. Верстах трех отсюда. Ну вот и хорошо. Вот так всегда докладывают. У нас в конной паники не любят. Понятно? Понятно, товарищ Ростив. Апанасенко, встретишь на дороге колонну поляков, ударишь по фланг и вырубишь. Слушай, товарищ Ростив. Тянем я. Покойник. Есть. Об исполнении донести. Есть. Товарищ командир, мы к вам пришли. Товарищ командир, звони поляки. Знаю, знаю, мамаша. Хату сожгли, сына убили, скотину забрали. Забрали? А как же вы это знаете? Все знаем, мамаша. Во многих краях бывали, много горя видели. У самих вот так семьи оставлены. Нет. Поможем, мамаша. Поможем. Нет. Я из ревкома. Да? Вот дела удалось сохранить. Товарищ Ждев. Ага. Вот с комиссаром поговорить. Бахтурат, займись. Что это? Приказ номер один. А? Мы всегда, когда советы восстанавливаем, у нас власть уже раз 12 менялась, всегда так, приказ номер один и сразу революционный порядок. Так-то. Давай. Так, мирно! Вольно. Вольно. Здравствуйте, Семен Константинович. Здравствуйте, товарищ командир. Ну, как дела? Понемногу. Порубали авангарды 13-й польской дивизии. Теперь немедля выступайте. Я буду с 4-й 11-й. Так. Правее пойдет 14-я Пархоменко. Так. А вы стремительно... На Липовец. На Липовец. Зеленский. Выступаем. Апанасенко. Так. Разрешите доложить. Потери большие. Потери малые. Да вот беда вышла. Какая беда? Трое бойцов. Увлеклись. Короче, комплекс. Увлеклись бойцы. Поляков гнал и увлеклись, значит. Еще короче. В плен будто попали. Плен? Кто? Из разведки. Евсюков, Карпенко и Цыганюк. Евсюков, Карпенко, Цыганюк? А что господам полякам неизвестно наименование и титула их союзника? Да не раз объявлял им батя. Шановный отаман всей Уманщины и командующий усими сводными повстанческими силами, батько Коцура. Григорий Коцура. Григорий Коцура. Свидетельствуем свое уважение шановному атаману и на всей Уманщине, и командующему сводными повстанческими силами пану Григорию Коцуру. День добрый, пане капитан. Сидайте. Знакомьтесь. Оце мій міністр канцелярії, печаті і прочого. Що вам треба? Які обстоятельства? Наступає большевицька конниця. Авангард нашої армії вступив з нею в бой. Захвачені пленні. Рубать их, рубать. Где конная армия шла, все наши отряды побила батьку. Ну смотреть на них! Рубать! Пушать! Я знаю, чьи порубать, чьи не порубать. Они нам еще сгодятся. Хай расскажут, что это за
Конна армія. Оце Василь, мій міністр. Закордонних сношеній, зводних отрядів голова контррозвідки і чрезвичайного суда. Знайомтесь. Василь. А ну, побалакай з ними. Тихо! Прийшов час йти до бою. Слухати моєму наказу. Конь! Оружие. А всіх відправить до наших союзників. Що це таке? Указання штабу. Отберите мне смелых, опытных людей. Понятно? Понятно. Понятно. Добре. Добре. Ось, что я удумал. Треба вам оружие оставить. Як оставить? Нам воювати. А як же ми? А вам йти внутрь той конної. Конної? Конної. Записуватися у добровольці. П'ятнадцять орлов мені треба. Ти підеш, Федор. Ти підеш. Ти підеш. А ти не підеш, бо мозгой не вийшов і трус. Ти. Батько, а що нам робити у той конної армії? Вам капітан це скаже. Действуйте ідейно. Та матеріально. Ідейно, що ви пострадали за політику. Розумієте? Розумію. Матеріально. Забирати в штабах бумаги, рвіть провода, знімати замки з орудій. Комісаров. Вечорами. Та то ви знаєте. Ми... Товарищ Кременевская. Вы как сюда попали? Взяли раненым, без памяти. А вы? Опознали, взяли на улице. Слушайте. Вас еще будут водить на допросы. Со мной уже кончено. При малейшей возможности постарайтесь передать на волю нашим. Поляки готовят покушение на поезд. По
последнюю минуту мне удалось поставить предупреждение. Не знаю, дойдет ли. Слухайте внимательно. Я оставляю вам тен лист. Кто согласен отказаться от большевистских взглядов и готов это доказать, сообщить полезные сведения, тот будет освобожден. А кто не согласен? Тот заявит о своей принадлежности до коммунисту. А коммунисты есть так опытны, что им спрашивать нечего. Срок до утра. Пиши, пиши. Отказывайся. Нет, я не откажусь от партии. Но я им напишу, что если из-за моей слабости я... Ты напиши им проклятие. И здесь, и на том свете. У Сэшелу били. Детей били. Били старых, чтобы украинского слова не было. Запиши им. Вот по нами Украина не будет. Ничего не надо писать. Поляки каждое слово для провокации могут использовать. Мы им напишем только о том, что... Никто ничего не напишет. Ничего. Сломать карандаш. Выбросить его к чертям. Правильно. Я и не хотел, чтобы писали. Верно, я говорю, товарищ. Не поддадимся полякам. Так? Так. Конечно, так. Ну, вот и хорошо. Скажи, конармия идет сюда? Ну, а вы не подпишите? Никаких подписей.
Ну, приготовьтесь. Сегодня пойдете до пана Бога. И пойдем. Товарищи бойцы, мы потеряли близких, родных, дорогих нам людей. Мужество их было безгранично. За счастье и свободу Родины они отдали свою жизнь. По ним знамена перед памятью истинных героев. Товарищи бойцы, а кровь, пролитую народом, подлый враг заплатит дорого. На каждый его удар ответим тройным ударом. А свинец ответим свинцом. А выстрел ответим залпами. Нет предела нашему гневу и нашей решимости. Мы будем бить врага до полного его уничтожения. Мы победим, товарищи! И будет от нас пощады врагам! За подлые расстрелы, за муки людей, за все обиды ответим им вперед на врагов! Советское командование, несомненно, проводит большую операцию. Замысел ее мне еще не ясен. Но что-то готовится. Подвиньте резервы, еще сильнее укрепите оборонительные линии. Минируйте подступы к ним. Если какая-нибудь дивизия конной армии ринется на укрепление, мы уничтожим их в проволоке. Мы взорвем их на минированных участках. Потом ударим и покончим с ними. И еще. Пошлите в помощь людям атамана Кацура наших боевиков. Пусть порвут связь конной армии со штабом Юго-Западного фронта. И последнее. Где поезд Сталина, вы знаете? Сведений еще не удалось получить, пане маршал. Да
Другим приходится выполнять работу вашей разведки. Вот где пояс! Вот! Бросьте туда лучших боевиков. Не жалейте средств. Вы меня понимаете? Так, пани маршал, будет исполнено. И не промахнитесь. Товарищ Сталин, информация наших закордонных работников подтверждается. Поляки готовят диверсию. Об этом предупреждала товарищ Кременецкая? Да, в своем последнем донесении. Сегодня возможно нападение на ваш поезд. Примите необходимые меры. А что вы думаете об обстановке на фронте? Отвлекитесь пока от окна, там и без нас ликвидируют. Мне кажется, что у противника следует нащупать слабые места. Не всегда надо бить по слабому месту. Бывает полезен и иной ход. Нанести неожиданный удар по самому сильному участку противника. Я думаю, конармия должна развивать удар. В Житомирском направлении. Отбрасывая противника на его территорию. Да. Именно так. Идти на замедленные рейды нельзя никоим образом. Что мы сделаем? Мы разовьем стремительный удар. Захватим Житомир и разгромим штаб Польского фронта. Попутно освободим тысячи советских людей и пленных бойцов, находящихся в тюрьмах Житомира и других городах. Вот эти указания и надо дать товарищу Ворошилу и Буденному. Связи же нет, товарищ Сталин. Это у вас нет связи. А мы постараемся эту связь обеспечить. И думаю, нам это удастся сделать. Дайте распоряжение авиационному отряду подготовить самолет к отлету в первую конную армию. Товарищ Сталин, в авиаотряде нет горючего. Троих задержали. Возьмите бензин для самолета из моей машины. Но, товарищ Сталин... Исполняйте. Ну как, земляк, доложила нас? После совещания поговорят с вами. Ух, и начальство там полно. Видно, к делу готовится. Это кто? А? Марховенко. Петро Таран, здорово! Здравия желаю, товарищ Дождив! А это кто? Тимошенко. Тюленев. Опанасенко. Откуда? Освобожденные политические товарищ Ворошилов. Обращаемся к вам с просьбой принять конную армию. Нашим освободителям и начальникам! Ура! Бросьте вы это! Значит, конной армии хотите? Очень хотим.
но мы так просто в армию не берем. У нас отбор. Может быть, вы и очень хорошие люди, а может быть, чем-нибудь и не подойдете. Надо познакомиться. У нас принято крепко друг друга знать. Проверять на деле. Мы ж проверены. Политически. Ну, так заведено и менять не будем. Иначе армию засорим. Как вы думаете? Вот вы, например. Ну, конечно. Правильно. Ну, вот. Обязанности революционного бойца знаете? Да, конечно же. Готов биться за дело трудящихся всего мира, не щадя жизни и стоять в коммуне. А вот вы? Знаю. Готов биться за трудящихся всего мира, не щадя жизни и стоять за коммуну. А вы? Ну да. Готов биться за... за трудящихся всего миру, не щадя жизни и стоять за коммуну. Ну что же, придется подождать. У нас сейчас заседание, вот закончится, и потом поговорим. Список добровольцев есть? Есть. Заготовили? Военные порядки знаем. Опытные? Опытные. Приходилось, в разных делах было. У нас тоже опытные, тоже в разных делах бывали. Значит, скорее поймем друг друга. Белицкий, а ну-ка займитесь списком этих добровольцев, запросить особый отдел и срочно доложить мне. Есть! Белицкий, все собрались? Все, товарищи. Егорочкин слушает. Егорочкин слушает. Так, давай. 19-й полк взяли... Да ну, атамана Кацуру, живой или мертвый? Всех. Помят только. Сейчас доложу. Дай Зеленский, а 19-го полка? Товарищи начдивы и комиссары, фронт нами еще не прорван. В чем тут дело? Конные, избалованные победами, встретила упорного и стойкого противника, создавшего крепкую оборонительную линию. Мы задержались. Товарищ Сталин указывает нам. Пора действовать. Пора нанести решительный удар. И, прорвав польский фронт, ринуться на тылы противника, как подобает конной. Реввоенсовет принял решение. Его сообщит товарищ командир. Товарищ, во исполнении директивы товарища Сталина, 5 июня на рассвете мы внезапно ударим по стыку двух польских армий всеми дивизиями, собранными в кулак, в районе Самгородок, Озерна. И прорвав польский фронт, мы проложим себе путь в глубокий тыл противника. Прорыв пойдут все дивизии. 6-я, 14-я, 4-я, 11-я и особая ковбригада. В центре полевой штаб армии. Так вот, прошу высказываться. Товарищ Тимошенко, давайте. Дивизия в полной боевой готовности. Обозы второго разряда, как и в других дивизиях, согласно вашего приказа, отправлены в тыл. Бои, которые мы вели, показали, что польские части технически хорошо оснащены. В отношении Красной Конницы держат себя пока пренебрежительно. Полагаю, пора эту панскую спесь сбить. Однако тактику ведения боя, которую мы применяли в степной войне на Дону и Кубани, надо для борьбы с поляками изменить. А какую вы тактику применили к 13-й дивизии? Ну, это еще по старой тактике. Шашки вон и руби. Так-так. И такая тактика тоже иногда неплоха. Как состояние дивизии? Дивизия задание выполнит любое. И как бы враг не упорствовал, какими бы силами не обладал, он будет разгромлен.
террористическая группа. Ага. Действует в нашем районе. Так, так. Ага. Есть. Наша задача — прорвать польский фронт. Занять Житомир, Бердичев. Сокрушать тылы противника. Уничтожать материальную часть. Рвать связь. И вообще показать им, что значит наша красная конница. Что значит наша советская социалистическая армия. Ответ особого отдела. Так, хорошо. Прошу сверить часы. 22:35. Удар наносим в 6 утра. Действовать будем в конном и в пешем строю. Атаку на проволоку начать с пешеной бригады Тюленева. Есть. Товарищу Кулику обеспечить подавление артиллерии противника. Будет исполнено. Первый прорыв идет 14-е, Пархоменко. Есть. Дивизии доверия оправдают. Детальные разработки маршрутов и карты получить у начальника штаба товарища Зотова. Все, товарищи. В заключение, товарищи, еще раз напоминаю указания товарища Сталина. Внушить всем командирам, комиссарам и бойцам, что мы идем для освобождения труженика, крестьянина и рабочего. И что наша война есть война освободительная. Это указание товарища Сталина должно быть положено в основу наших действий. В нем гарантии скорейшего и полного разгрома врага. Ну, товарищи начальники комиссары, до завтра. По частям, товарищи. От радиостанции Первой конной. А. Товарищ Хмельницкий, пригласите этих добровольцев. Теперь можем продолжить разговор. Есть. Перехват польского радио. Воздушная разведка установила, что так называемая конная армия, так называемая, начала свое отступление. Это они, наши обозы, отправленные в тыл, приняли за отступление конной? Так, так. Начала отступление. Очень хорошо. Еще послать обозы. Пусть больше шумят и пылят. Есть. О. Шуметь, пылить. Давай. Так что же, у всех твердое решение идти в конную армию? У всех, товарищ Ворошилов. Еще в тюрьме решили. А что вы делали до тюрьмы? Был на советской работе. А затем на партийной. На какой? Партийной. Еще есть партийные, товарищи? Оформленных членов партии как будто бы... А? Нету, но сочувствующие все. Все сочувствующие? Все. Все сочувствующие. И вы тоже? Готов биться за трудящихся всего мира. И перед лицом народа говорить правду? И перед лицом народа говорить правду. И беспощадно уничтожать всех врагов народа. И беспощадно уничтожать всех врагов народа. Ну что же, остается только проверить эту готовность. Зеленский, давайте.
Знакомы? Нет. Сведения особого отдела. Григорий Кацура. Атаман польско-петлюровской банды. Перебросил в тыл конной армии террористическую группу во главе с палачом карательной сотни Василем и польским капитаном-разведчиком. Не знакомы? Не. Но готовы говорить правду и уничтожать врагов народа? Катайте его мне. Я его своими руками задушу. Ура! Тихо! Советские законы не допускают стихийных самосудов. Я командующий повстанческими силами Уманщины. Желаю вступить в политичные переговоры, какие будут гарантии мне лично на тот случай, ежели я их все. Молчи, шкура! Украиной торговал, гад, теперь нас продаешь! Так оказывается, вы знакомы. И хорошо знакомы. Желаю вступить в политичные сношения. В политичные сношения вы вступите со Всероссийской чрезвычайной комиссией. ВЧК, такое учреждение знаете? Увести их, бригад! Есть! Дальше, командир! Комбриг в тулене продвигает! Ранен, но не уходит! Хорошо. Так, комбриг, так. А где же 14-я? Климент Ефремович, я поеду к мельнице, проверю, почему 14-я медлит. Хорошо. Стая дивизии выходит к месту прорыва. Хорошо. 11-я дивизия вышла на первую линию противника. Хорошо, идти дальше вперед. Есть. Начальник артиллерии товарища Кулика к телефону. Товарищ Кулик? Да-да. Дивизии заняли исходное положение. Бейте неотступно ураганным. Ураганным, да-да. А Семен Михайлович? В лощине, где стык польских армий, сбит заслон конницы. Командарм повел бой. Предлагают усилить огонь и бросить прорыв дивизии. Товарищ Кулик, усиливайте огонь до предела. Да-да, до предела. Сейчас идем на прорыв. Дивизия на прорыв. Есть. А ну-ка, профессор, успокой его. Дядьку, а чему вы профессор? Не приставай по пустякам. Ага.
дядьку. Тепер я розумію, чому ви професор. Да, дядьку? З вами весело воювати, дядьку. Їй-бо. Отходят обозы. Отступаем. Товарищи начальники, ты куда же нам теперь? Что ж, армия уходит? Отступаете? Что вы молчите, не слышите? Все записываешь, товарищ Орлов? Для истории стараешься? Ты вот что запиши. Приказано даже жен всех отправить. Мысленно ли человеку без жены? Товарищи ночные комиссары, прошу войти. Хмельницкий, неужели отступай? Начних 14 Пархоменко прибыл. Садись, Александр Яковлевич. Шесть раз в атаку ходил. Отпускаю шагов на 20, на 30 и стигаю. Нажди в 6, Тимошенко прибыл. Ну, отдохни. Комбриха Панасенко, по вашему приказанию явился. Хорошо. Начальник артиллерии Кулик по вашему вызову явился. Присаживайтесь, Григорий Иванович. Наш Чиг 4 Крадухова прибыл. Товарищ Сталин запрашивает нас. Почему до сих пор не прорван фронт? Что это вы все молчальники такие? Товарищи начтивые комиссары, не пора ли действовать? Не пора ли нанести удар? И прорвав польский фронт, ринуться на тыло противника, как подобает конной? Нами отдан приказ сосредоточить все обозы и двинуть их обратно. Этим мы ведем в заблуждение противника, заставим его поверить в мнимую неудачу конной армии, в ее отступление. Ясно? А мы так и прикидывали. Ага, прикидывали. Рейд будет дальний? Дальний, так, чтобы Польша затрещала. Как, товарищ Пархоменко, затрещит? Затрещит? На подготовку сколько получим? Когда наносим удар? Удар наносим сегодня, на рассвете. Так. Прошу слушать. Армия скрыто сосредотачивается и за ночь переходит в район Самгородок, Озерно-Снежное. Прорыв произведем в стыке второй и третьих польских армий и разобьем их. В прорыв пойдут все дивизии. 14-я. Пархоменко. Есть. 6-я Тимошенко. Есть. 4-я Гордовиков. И 11-я Мороза. Есть. Задача. Разгромить и уничтожить живую силу противника. Посеять панику на его коммуникациях. Забрать всю материальную часть и дезорганизовать тыл всего польского фронта. Ясно, товарищ? Ясно. План операции сугубо секретный. Хмельницкий. На
начальником дивизии комиссаром получить по лишь карты, маршруты, задачи для каждой дивизии. Трое суток сидели для ваших чертей. Прошу сверить часы. Сосредоточение закончить в 5 утра. Ну, боевые товарищи, вспомним Царицын, Воронеж, Донбасс, Ростов, Маныч, Егорлыцкую. Мы шли сотни верст, атакуя врага десятки раз в день, когда это было нужно революции. Пойдем же теперь на врага, как ходили всегда. Пойдем и победим. Победим. Ну, добрый час, товарищи. Да, были разные армии, но подобно нашей никогда. Товарищ командарм, доставлен пленный. Вот его показания. Где взяли? Все він мене проверял. Пустив та й каже. Видишь, з гриби. Ну, я его и сгреб. Ага. Бо в мене вже привичка на поляки. Ага. А что у вас про первую конную говорят? Пан начальник армии Рыцмиглый говорит же, кавалерия то ничего не значит, то пустяки. Конница? Пустяки? Она ничего сделать не может против техники и доброй пехоты. Держат пана при вашем отделении и показать ему завтрашнее происшествие. Есть показать пану завтрашнее происшествие. Дальше нельзя было ничего видеть. Потому что тотчас же после этого откуда-то стали стрелять пушки, и все засталось дымом. Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы. Конница, пустяки, а? Тоже поселка пехотная. А вы к сердцу не принимаете, Семен Михайлович? Черт с ним, с поляком. Легко сказать. Ростова страшно было слушать потом, что из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех... Ага, Кулик начал. От радиостанции первой конной. Перехват польского радио. Воздушная разведка установила, что так называемая конная армия начала свое отступление. Ну, помогай Бог полякам и дальше так. Конницы. Пустяки. Ну, я им сегодня... Пора.
товарищей Ворошилова и Буденного поступает отличный свод. Как гонит. Как гонит, товарищ Сталин. А большевички гонят. Товарищ Ленин у провода. Здравствуйте, Владимир Ильич. Сообщаю. Попытку вторжения поляков на Украину можно считать ликвидированной. Поляки, и не только поляки, но и те, кто стоит за ними, некоторые политики Европы, видимо, до сих пор не понимают, с кем они имеют дело. Теперь развернем операции против Врангеля. И думаю, скоро ликвидируем его. Очень хорошо. Крепко жму руку. Ленин. Летчик Стрельцов, а товарищи Ворошилова Буденного. Здравствуйте, товарищ Тарасов. Здравствуйте, товарищ Сталин. Позвольте доложить, товарищ народный комиссар. Ой, дядьку, як мы капиталистов били. Ой, именно ваш пистолет помог. Я с ним у бою стрелял, офицера захватил, у тюрьмы воював. И на цей пистолет я вам процент добую. Спасибо. Держите пока у себя. Пригодится. Вот. Трофей взяли. Это вы генералов побили. Нет, это вы сделали. Уберите пока карту Украины. Дайте сюда карту Польши. Посмотрим, что тут надо сделать.